Каски, да, тире-трики, кто не бафал ничего. Ханда, избиваешь отступление? Кто из ретриков не бафал? А, все вижу. Дайте каску помогу. Пороги тоже каску. Рыба есть у кого? Каски, каски. Да нахуй барабан, дайте каску. Бля, Этернити, дай каску, пожалуйста, помогу. Нахуй это прото не надо. А, ну все уже, ладно. Всего пишет Марон, что не хватает. Все уже есть. Ну тогда все готовы, начинаем. Все под морду выбежим. Сейчас умрете там все. Да не успеем. Давайте по-клонски основу. Я первую копию. Этернити вторую. Бля, ебать, я на тапках подлетел. Заебись. Начинай по-клонски. Цирк приехал. Джерри, он ты халёвно порылишь? Да, могу. Здесь произошли страшные события.
Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Екрада тут? Драконы явились из ниоткуда. Да. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. И давай быстрее. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Кто потанчишь? Но основной yeah. целью была... Алекстраза выбрала достойных союзников. Атакой руководил кровожадный Заритья. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутил... Слуги! Обратите их в пепел! Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно Паладин, распределили обязанности. Окей, первая пати тьма, все остальные свет. Тьму танчит Поклонский, свет буду танчить я, Этернити мелкий трэш. Тьму хилят Сковородкиры, Горгот и Гомеопатия. Свет хилят Гекада и Точняк. Так. Хуя ты васап уже, блядь, БДК приодел. Я он у меня давно уже такой. Так, чё там? Четвёртая пати, кроме демона, остаётесь добивать больших. Так, по инерам. На второй фазе зальете Горготу. Войд в начале второй фазы. Клаймен в конце второй фазы. На третьей фазе заливать Гекадами ману. Гекады экономишь с пула. По диспелу. Дедмайнтед подиспелишь третью фазу. Гомеопатия, все остальное. Все, Дима. Ты продолжаешь. Ну что, там все готовы, да? Да, все готовы. Ну все, давайте тогда начинайте. Смотрим, сейчас метка будет метеор. Метеор Шерешмара и Коши. Смотрим метеор. Прибежали метеор, он был под Бейконом, все равно прибегали. Приметик или он. Метеор смотрим. Сковородки нет. Сковородки нет. Не спа. Захитки. Метка метеор. Галп метка. Посмотрим метеор.
Мы перебежали метеор. Падает мута. Смотрим лужи. Давайте, забывайте мелкий трэш, пошурик. Давай, заходи. Давайте, рейд. Ну ты так очень быстро зашел, заходит. Везде, стой. Давайте на звезду поставлю квадрат. В квадрате стой. Када метка. Резвие 5 секунд. Идите все в квадратик. Двинулись. Вы добили? Нет. Интергария метка. Готово. Да, заходите. Идите и стройте квадрат. Смотрим, что здесь метка или лезвие. Метка. Ефрида. Маг, дай-ка. Танк упал, падает. Как там дела, сковородки? Да он, блядь, вылетает сегодня весь день. А что, у него первый подхил. Первый подхил, 8800. Ну, а танк мертвый. Так а хули, он рейд хилит, хули тут сказать. Ну хуй знает, ну гомеопатия тоже мог бы страховать. Блин, кони полученные по конским отхил. Кот линкует. 53 000. Удар смерти 50, захват рун 12. А Горгот? Ну Горгот по поклонскому дал. 200. Блядь, да там парихаст был. Какая срать разница? Парихаст, не парихаст. Ну на второй фазе это вообще, это смех, блядь. Горгот, интенсивный танк захиливай, ты во тьме для хила танка нужен. Я, кстати, когда ману ему заливал, у него процентов 80 было. Ну, много. Говори, Слава. Да, я вижу. Че, я дам баф. Давайте чекаем. Горн еще. Давайте горн. Мы все готовы, давайте заходим за линию, там давай на позицию. Поклонский. Давай, Поклонский побежал. Может выровняем немного? Ну давайте выровнять. Что-то не очень. Забирай. Смотри, метеор, Горгот, метка. Сама с себя. Кинешь на себя ход рукой. Перебежали. Метеор близко к праву. К правой лапе падает сзади. Лужа в райд. Отошли все от лужи. Давайте, давайте трэш. В принципе, можете не заливать трэш, там на первой фазе кот его заливают сразу, так что бейте просто хабан. Ты не заходи, не заходи так сразу уж, сразу. На термике метка. Потому что это у нас был много трэш уже живого большого. Дистал его перебежали. На термике как живой, дайте ему какие-то ход. Термите прохильте. Лужа в райд, лужа в райд. Все лишь марун.
Да, это исключение в основном. Клейман поднимает следующим рункой. Пробафайте сразу. Сразу бафу. Не заходи, не заходи, не заходи, пусть уже пропадет. Добейте рядом. Хорошо, все, давайте, танк зашел. Зашли, заходи, танк. Райт, давайте, зашли. Ищем квадрат. При всех квадрат. И как метка. Кадр, ты ману экономишь? Нельзя. Там гляньте, чтобы во тьме была Кастаура. Угу. Заходите. Чё такое? Ну, походу они поменялись местами. Кто? Гикадов, Гаргота. Чего? Да. Только надо было бежать к морду, знаешь. Пуля на вылета не туда. И ты умираешь. Хорош. Можно заметку просить? Путь управляешь, что ли? Чтобы метка. Маны, кому залиться маны, когда выйти? Остается во тьме. Ищем ман. Гаргота там. Гаргота нормальный ман. Там какая-то проблема. 53. Сейчас один сейчас будем выходить. Я, короче, Гаргота не заливаю, у него 25к ман. Ну, не заливаюсь. Давайте смотрим. Выходите, выходите. Давайте Джеру святу. Джер. МК. Беги, малышка, беги! Mm. Джер, смотрим. Джер, перебежали. Выбегай. Лужу, лужи, брайт, 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 Клейман метка, отойдите с луж. Бейте мелкотряжцы, и стоп по боссу, бейте большого мелкотряжца. Потресни ёбу, если ёбу вы. Он газ, падает. Там... От чего? Кто сейчас упал? Там, да? Да. Не успел кастануть. А кто лучший хит, Гикада или Гаргот? Настя, что у тебя там? Настя, там у одного шамана не вкатильный при получении урона. Когда ты урон получаешь, у тебя прерывание идет. Чё, Вань, ты долго не хилил меня. Там, знаешь что, WhatsApp, там, короче, ты Гикаде сказал ману экономить, она что-то, ну, блядь, меньше получилось. Наоборот вообще было, у Гаргота 25к маны было, когда вышли, а у Гикады 9к, так кто и кто экономит? То есть я не вкурил просто. Что они там делают? Хорошо, вот так, я не буду вкурить. Да, ты экономишь. Один где-то там три какие-то на F5, уже шмотки на F5. А то я вышел, Свет, у меня азарка... Только танков не нужно через цеповуху хилить тогда. Хорошо, на Гаргот... Нет, цеповую хилить спиной. Дайте баф, пожалуйста. Мне кажется, ты щит ман на себя не бафал. Я смотрю, у тебя получены 7000 маны. Ну, 5000 от водяного щита у... А, не, подожди, все правильно, у Гикады. Я перепутал. Нормально. У меня нормально все с маной. Это я потому, что волной исцеления хилила танком. У меня нормально все с маной. Если я не буду хилить, у меня с маной вообще проблем не будет.
На первой фазе надо экономить. Ты через раз. На первой фазе просто не хил там. На второй фазе тоже там же цепуху только кастую иногда волну в танка, чтобы выходило там с 50% мана по-колоски. Ну, все готовы, давайте. Только поклонский начинай нормально, не как конченый. Все, давай начну. Хорош. Давайте все в квадрат. Бейте. Че, кстати, пыль хорошая, тринка на хила. Сэнкучает нормально. Подбист. Перебежали метеор. Войд. Где Халеон? Смотрим, лужи в райд, лужи в райд. Разошлись. Волшебная метка. Одна. Монского захилим. Дайте крик на хп. Дайте крик, вар. Просто Халеон. Метка метеор. Смотрим, дает вар метка. Бежал. Метеор, перебежали метеор. Смотрим, лужа. Лужа нормально. Бейте босс. Резила метка. Бейте босса сильнее. Бейте босса как речи. Все нормально, дед мидит метка. Давай поклонский зашел. Райд зашел. Ставлю квадрат. Третья меточка. Тьме. Кэт метка. Не спал. Не возвращайся. Прыгать надо с метки лучше. А не, ну ладно. Стойте в квадрате. Китикет метка. Ты куда понес под морду, Китикет? Кто сейчас будет выносить человек, который будет бежать с лязи? Пиздец. Сейчас будет метка. Из человека войд из ТЗД, потому что там херово метка пробита. НК. Даю. Смотрите. Так, 55%. Пуля на вылет метка. Смотрим. 3%. Смотрим лезвие, пошли. Двигаемся. Метка, только портал не залей. Смотрим свет. Все, давайте свет, ушли. Выходим. Хоть Геру свету. Геру. Волшебная метка. Метка свет. Отарните метка. Отарните метка. Перебежали. Не, ждите. Метеор. Перебежали сейчас. Смотрим свет. Что-то трэш. Клейман метка. Все бейте большого и трэш мягкий. Гоу. Скажите, когда Хикаде свет во тьму можно будет идти. Хикаде, иди в портал. Все, заходи. Ну как сдох, да? Давай еще игонь Хикаде. Не спал. Захилься только.
Сириси. Перебежали метеор. Что, поднять? Топ свет. Поднимай. Стопните свет, стопните свет. Видите только голем. И вой там аккуратно один хил. Там тьма упала, хилы. Опасно падать. Что это за херня, Горга? Как ты дохнешь? В сковородке же хотел в два хила хилить. Чё там не получается? Пускай хилит нахуй одного. Так там походу три хила сейчас хилят. Ничего Горга туда просто я не увидел. Может ему фридом не дали? Джерин, походу тебе придется шестого хила спекаться, нахуй, тащить от рейд. 27-го хила. Но там, блин, если нормально выносить, то там можно и без фридом это все вынести, всю эту хероту. Прохиливать надо один хил. А ты мог по себе быстрый мул дать. Да, разгонка была на тебя от хули приста. Гоночка, да. Ты там ДЦ вроде. Че он сковородки пишет вперед метки все время выносит? Ну? Хулиприст. Хулиприст, чё? Там чё могут быть проблемы? Я ему сначала даю, как метка появляется, сначала и даю. Ну правильно все. Ну что, сколько убили? Как бы все правильно, но что-то мы падаем. Что у меня нет деталей смерти и сохранения. Мы один раз убили, а нас три раза. Халион мстит. Враги ведут. С этого трое ГП. И все такое. Волшебно, что тебе не хватает. Дайте каску помогу. Волшебно, что не хватает. Попадает. Волшебно, что тебе не хватает? Волшебство. Так ты пиши, я 4 раза спросил, ты ничего не говоришь, не пишешь. Баги инту. Инту дайте маги, пожалуйста. Бля, лапу ёбки, дайте фрейду. Сковорода, дай лапу. Лизни-то там, что не хватает. Лапу. Пристабав, нахуй пристабав. А. Лизни-то там, что тебе не хватает. Все, хватает, начинаю поклонский. Погнали. Стали в квадрат, ну кроме Миликов. Смотрим метка. Посмотрите. Один из метка. Смотрим. Перебежали метеор. Бегайте так далеко. Смотрим, уже куда льются. Вообще не трогайте трэш, пусть кот его с рогой бьет. Нормально, в рейд. Аааа, сука! На мне метка, сам диспейл. Днище. Клейман, есть бэм? Клейман. Клейман, да. Есть? Сковородкер, подожди, сковородкер посредство. Сковородкер, подымай его, пару трон. Бейте все боссы. Терните метка, терните метка, терните! Прибежали метеор. Бейте сейчас тупо босса, не бейте этот трэш, ни массой, ничем, потому что в чем мы притык переводим, бейте босса все, только кот бьет трэш. Здесь не такая метка. Все, поклонски, давай. Заходи. Рейд заходим. Дали в квадрат. Блять, вон видишь, что ли уйти и сожрать или смерть? Ой, там блудиная сметка. Да, так и сделаем. Лезвие 4 секунды.
подрать. Призывай метка. Что там, добили? Да, заходите. Горячий, не стреляйте через 4 секунды. Уже не заходим, никто не смел. Дед мид отметка. Ближе к морге. Заходите. Нет, там кто-то не успел. Волшебная метка. Пинка. Смотрим. 51%, если что. Поле на вылет метка. Я портал смотрим. Все, выходим. Геру? Свету. Ну да, я ждал, пока все зайдут. Прайга метка в тьме. Смотрите. Ну ёба, метка в свету. Смотрим. Метеор, смотрим, перебежали. Сейчас будем играть только в трэш. Три смертным. Только... в это. Все в трэш играем, большого и маленьких, свет. Пули на вылет метка. Файл трон метка. Все, давайте босса играем с тут. Магдаймка. Метеор. Перебежали метеор, сейчас будем только метки бить. Босса не бьем, свет. Свет босса не бьем, бейте только големов. Големов мелкий трэш, уже нормально развивается. Пикада метка. Босса побить. Опять мелкий трэш. Пикада метка. Прожмите станки, что. Метеор сейчас будет. Метеор перебежали. Свет больше по боссу дайте. На пульте трэш. Убейте этого голема. Голема. Иди немножко. Один растет маленький. Беги, терники. Пикада метка. Босса пока не бьем. Его отбисто, его отбисто прохил. Смотрим, метка сейчас будет. Перебежали, перебежали, перебежали. Свет бейте, пока босс. Холи приз сдох. Хорош, вдвоем хилить. Фу-фу-фу! Это за метка! Ваня, один хилишь, давайте я даю гимн на ману. На ману, потом дам гимн. Дедмайнд! Дай БР по гекаде. Даю, дайте БР, бля. Клеймен, подымай, подымай где-то гекаду. Подымай, 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 срочно подымай. Пришли Саху, тут упал Саху, дай. Не Саху. Напуливайте трэш и играйте тупо в хайло. Бежим, бежим, бежим. Высок. Да, на пульте только на этерний трэш. Бля, он сдох. Жесть. Мишку. А, у нас нету ни хрена. Короче, тупо Халиона. Забейте на все, бейте Халиона. Упал. Сколько еще таких героев? Сколько еще? Че там дохнет? Че там случилось? Кто метку так криво спалил? Умирайте. Ч
сейчас бы добили, это 60% что было, сейчас бы убили. С тьмой. Че ты задействовал метки был с тьмой? Кто сейчас здесь палит метку со тьмы, что засосала Гекаду и пол рейда света? Алло. Там гемеопатия умер и выносил Гргот. Там не следить этот отчет. Гргот беспалил? Гргот Гекаду. Слав, накинь мне 200 ГП. Смотри его чек, тот не беспалил. Я понял, сковороде накиньте 400 ГП за то, что он беспалит в рейде. Он говорит, это не он. Посмотри, кто диспелил. Дайте маму, смотри, кто диспелил, да. Че, я куплю, блядь, рейд. Ёбаный порошок, чар. Кто нахуй не диспелил лезет? Там же приз должен диспелить. Приз. Пиздец, я че, лучше поле приз на сервере? Не разочаровывай. Дайте футбол. Да, даже я посмеялся. В смысле, что смешного? Вон там Лола пишет, Войд лучший. Да, и это правда. А ну, за холли пришла, мне кажется, ты, да. Хорошо играешь. Плюс к ЕП, да, я в 4 утра, нахуй. Ну, заливим, ну, линкани, кто диспелил с Грагот? Не-не, знаешь, как сейчас злой будет? Сейчас будет плюс 20 ЕП каждый день, нахуй. За сковородку. Если 20к, то ты вообще там бог нахуй. То есть шаман, получается, сам себя так здиспылил? Ну, в рейнде. Че-то гоним мы как-то вообще. Каску пороги. Дайте каску пороги. Все готовы, заходите за линию. Погодите, каски еще. Ну, Гаргот, скорее всего, это ты был. Лапу, лапу. Дайте лапу по рейду, Войд, дай лапу, все, начинай поклонство. Я не думаю, что Роги дайте. Каску Роги, каску Роги. Каску по Роги дайте, кто там каски лапы? Снимите каску. Дали каску, исполним каску. Ну, мне метка, я побежал. Бежали метеор, не ждите. Перебежали метеор. Ну уже нормально. Бейте. Бля, бейте босса, короче. Не бейте этого, если трек. Трэш бьет корт. Почему без сушенника стоит? Пройди корт тогда. Бейте босса. Так, метка. Хорош, диспел, смотрим, или метеор падает, отбежите от морды, чтобы вас сливом не убило. Метеор на той стороне, перебежали. Че это за параж? Смотрим, лужа в рейд. Немножко станет. Бить босс. Фарит ролл метка, злой. Братанчик метка. На сапогах побежал, да? Хорош. Смотрим, поклонский. Заходи, рейд, заходим в рейд. Ищем сразу квадрат. Нет, хуёвая идея Данилу двигать, блядь. Кстати, волшебная метка. Туда, сука. Пизда. Вы вообще в школе учились в 7 классе? Геометрия. Клейман, выноси метку. Бля, еще один, пизда. Клейман, ты не можешь метку к метке выносить, а куда-то в жопу ее нести? Ну как же человек будет с меткой бегать? Сука, бля. Ты мне просто, бля. Метка, МК, лезвие, верзила, лезвия будут, бля,
Я повезло, пиздец. И Полин вылет, умирает опять. Как? Ох, ё! А я вообще ни хера, я висел. Так, Да я стоял на месте. Ёба, метка, всё, разговорчивый. Ёба, метка. Кто там развис? Кота метка. Пулю на вывод. Портал не залей. Да развис, но я смотрю в лезвие и я лежу уже. Выходим, Войд рез и сразу этого пуля на вылет. Давайте Геру. Свету. Только. Апатия, пожирание. Этик отметка. Здесь спал. Смотрим. Сейчас метеор будет падать. Просто вообще сейчас не бьем. Свету. Мор перебежали, перебежали. Аэртроль, дай МК. Прости, брат, забыл. Бейте, Холи Креста опять нет. Бейте все големы. И трэш в свету. Сковородки метка. Год там помогай сковороде пропускать цепное иногда, потому что для меня апатия сдох. Бейте голема. Отведи, отведи, дабните, отведи, растут. Ты не видишь, или что, Войда, прохильте. Лизнита там метка. Лица, на твою налево. Просто големы бьют. Смотрим. Мы перебежали, метеор, перебежали. Сейчас свету не бить. Не-не, бьем. Сильно обдотали Халион. И бьем и трэш, и халион, и все подряд. И ходи сразу этерники. Фаеритрол метка. Большого бей. Этвар метку. Дай им, Дима. Лиха доставь тотем. Ну не метка, я перебегу и дам. Пуля, дай этот, дай им на ману. Я уже давал. Смотрим. Перебежали метеор. Обдотайте так Халион. Сейчас дам вам. Гаргот это метка. Нати гим. Точняк метка. Гарготы захилим. Бейте трэш. Тут трэш бейте. Вот метка. Все, Халиона не бейте, свету бейте только трэш. Декада метка, осторожно. Год, ты мне объяснишь, как ты опять умираешь? Ты даун? Давай, сковородкер, тащи, поворачивай на рейд. Скажите, когда Вихаде зайти, Вихаде задний портал. Рейдерки во тьме там, сисите и помогайте. Блядь. Сука. Пизда. Дайте Горгот у ГП, потому что он меня бесит уже своим тупизмом. А что, хилы слабые, да, я так понял, или что, блядь? Спек эти 4-6, блядь, дамаги до жопы, нахуй. Сука. Да нет, дамаги-то нихуя не до жопы. Поменяйте шаманов местами, кто там... Бригада свету у меня была, да, пусть во тьму идет, а Горгот... Давайте. Горгот света, и когда во тьму, или кто там был? Так он свету падал на метках, блядь. Да пусть свету похилича посмотрим. Мне кажется, шестой хил спасет эту хуйню всю, блядь. Войд. Только Войд шестым хилом спасет эту хуйню. Значит, там же пишут вам фрейдом гидрами. Не обязательно я там соло свет захилил. Ха-ха, сука. Холи пристав, давай. Как гемоапатия, ты умираешь уже какой раз, это же какой-то гон, честно. Ты что, вообще расслабились, блядь? Одну только увидел резко, надо три было с первого края. Да и хватит уже, блядь. Все, устали. Пуля на вылет тоже хорош. А гемоапатия в лезвие забежал, ну, чё поделаешь? Кого жизнь? Во второй фазе все метки наоборот вынесли. Наоборот,
То есть говорят вперед, а не назад. Или говорят назад, а не вперед. Можно и сюда. А другая, краль. Как Ваня метку выносил святую чисто на везении, не знаю. Просто вот несколько ударов подряд, промахи, парирование, и я стою с 6к хп вот так вот. Все время, пока Ваня выносил метку. Такого не должно быть. Там шаман сразу Ваня, должен. Ваня, ты сам себя диспейлил, когда метку терял. Просто каску по престолу. Я сам себя диспейлил. Каску по руке. Дали. Мне кажется, 6-й хил надо. Надо тут 6-й хил. Надо, чтобы хилы просто немного активировались. Гаргот, ставишь тотем защиты от огня сейчас в свету. Да, Гекада во тьму, Гаргот в свет. Имеры поменялись местами. Теперь на второй фазе заливаете Гекаде, на третьей фазе Гарготу. Блудин институт. Ракшас. Блудин С. Янты не хватает. Дал. Иду. Дайте блудин институт, Ракшас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Шанс. Сейчас бы ФК выйти. Не, может, из РК вылетит? Он говорил, что может заснуть во время трая. Заснуть во время трая, так он забежал в инсту. Вот он пришел. Давай, Поклонский, начинай. Поклонский. Хорош, захильте. Смотрим с метками тер. Это там метка. Диспальте сыну. Метеор. Бежали метеор. Смотрим, как лужа льется. Уже в рейд квадрат станет. Сука! Змага умирать. Опять. Торгали метка. АМС прожми. Антимагический панцирь. Тихо, Леон. Крик на хп. Давай крикните вар. Будина сметка. Чаржишь в него потом. Димон. Перебежали. Бейте сейчас тупо босс. Уже нормально. Стойте его подрать. Заливайте трэш. Можете немножко побить масухой. На мне метка. Я ушел. Трешачок сыграли. Босс. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Поклонский, заходи. На рейд зашли. И все, в квадрат. Кинг в квадрат. Смотрим метка. Динус метка. Лезвие начинается. Двинулись. Клейман метка. Заходите. Иди туда. Дэмка. Гарук, да ты что здесь делаешь? Поип. Вообще поип. Сука, бля. Пацаны идут в РС-ку и вообще не понимают, что с ним делать. Ну чё, так нормально. Смотри, я ещё думаю, что за говно с вами Гекад? Сколько там? Мятка, господи. Сколько процентов? 10%. Только залейте Гекаде маны. Фулл ману, да давай. 10%. Нормально, давай, Void, клейманы и сковорода. Лейте ману, Гекаде. Да
Стой, Шаман, стой, не двигайся. Не двигайся, Шаман. Все, падаем, блядь. БДК упал. Шаман, вот у тебя все нормально? Вот либо он такой, либо мы такой. Тебе сказали, ты выходишь в свет, блядь. Хули ты остался в свету, блядь. Во тьму ты заходишь на вторую фазу, на третью выходишь в свет, блядь. Зачем ты перед появлением Халиона пошел, блядь, в центр к нему? Он агрится на движение. Это тролль какой-то, блядь, нахуй. Он вообще говорить умеет, там, пишет что-то. Войт, ты его брал. Ты что? Кого ты берешь в гильдию? Бля, может мне хэпаум во тьму зайти, слушай, похилить? Амлова есть. Блядь, или Вову берите вместо шамана, но это пиздец, нахуй. Сейчас бы брать людей в гильдию и не знать, кто они. Ну я, этот, Бьорн вроде, да? Он пишет заметка, что ты его брал. Давай, Гарго, для тебя объясню немного. Ты на второй фазе заходишь во тьму, на третьей выходишь, даешь рост, как будешь 60%, или как РЛ скажет. Метки выносишь на третьей фазе просто назад. И не надо перед появлением Халиона подходить к нему, он агрится на движение. Фу, помолимся нахуй. Я тебе ГП дал по совокупности, ты в каждом трае дох. Если еще раз умрешь, еще раз ГП тебе дам. Ну и достаточно два трая. Не сы... Да, блядь. Не неси чушь, блин, ну... Тебя никто не должен сейвить, просто выноси правильно метки. Скажи ему, что здесь в основном половина имеет и тоже играет шаманом. И пусть не говорит он, что сейвит. Да я, блядь, 100 раз этим шаманом хилил, блин. То рыску. Давайте бафы быстрее. Не знаю, как уважаемый на шаманом сдохнет во тьме, отвечаю. Это гоним. Стоишь, хилишь танка, стоишь, хилишь себя. Заебись, все делает сковорода. Лизни ты там, что тебе не хватает? А подожди, Джерри, он жру. Что ты жрешь, злой? Гекада остается во тьме, да? Гекада остается во тьме, да, Горгот выходит. Выходи, Горгот, во тьме, Поклонский, что тебе не хватает? Ну, Фридома не дает, ну напиши Фридома не дает. Ну потому что у Рейгана проблемы с Фридомами. Так ебани, да. Всегда была и будет. Забей, ты не тучи. Блин. Ты не понимаешь, что если ты дашь человеку ГП, он все равно, типа, ну, ничего не поменяется. Он как не умел кидать фридомы, так да, и не умел. Фридомы для удобства, там, блядь. Я знаю, что фридомы для удобства, я знаю, все, Поклонский, начинай. Знаю, что фридомы для удобства, чтобы, типа, легче было выйти. Вот приметка, метеор. О, ебать, я вылетел, нахуй. Это два, а? Сковорода метка. Сука, ебаная, проститутка. Прибежали. Тебе 5 секунд. Протопал, дай сахару. Да, нормально. Подожди, не заходи. Не заходи. Я, блин, канулся. Блин, ебать. Бейки, босса, бейки. Просто пропал. Босса, бейки этот маленький, проверяет метку. Конечно, пропал, на тебя каплю кинул. Чисто штаны крафтовые лучше, чем с лорда. Гел метка. Блять. Прибежали. Тролль ДМК. Там слетело? Сука. Нормально, лужи бейте, босс. Босса, не трэша, босс. Трэш бьет кот и рога. На сметка. Кстати, подбиваем трэш всех. Потому что сейчас будем входить в тьму. Все. Поклонский, заходи.
Рейд, заходим. Заходим, Рейд. Горго, ты тоже заходи, заходи. Встали все в квадрат. Волшебная метка. Сам свой Freedom Key. Он на себе Freedom не кидает. Смотрим. Лезвие. Пошло. Кравчик метка. Вы добили? Да, заходите. Заходите, если добили. Его квадрат сразу вставать. Появляется 3 секунды, 4. Гомеопатия. Ближе к морге выносить. Лонского прохилить. Че у него 6000 хп? Хороший. Блять! Это пиздец. Клейман, есть БР? Да, есть. Идем резнейшего сразу. У Войда когда? Пулин вылет. Войд, тебе когда БР? Так пусть лучше Войд поднимет. Войд лучше поднимешь. Он под мордой будет. А тем не менее у нас 52% готовьтесь. 51%. Это там метка, не забей, пожалуйста, портал. Мы выходим. Диспел. Диспел. Войд, поднимай его. Да-да. Давайте, Гер. Задание где-то лучше. Вставай. Точняк, метка. Скажите ему, когда может быть зайти. Смотрим, метеор. Пусть заходит. Заходи, заходи, гемеопатия, перебежали. Дэд вар, метка. Бейте все просто. Горгот, метка. Трэш. Нет, эдерники. Эдерники уже отведи. Хорош. Бейте трэш. Хотя бы-то не босс. Бейте метка. Не диспался. Бейте щиток. Смотрим, сейчас будем перебегать. И босса не будем бить. Все, босса не бьем. Свет, босса не бьем. Бьем только трэш. Смотрим, куда лучше. Бьется лужа в рейд. Лужа в рейд, лужа в рейд. Кранчик, метка. Бейте большого. Большого и мелкий трэш. Отводи этернити. Кралька, выноси. Краля. Кранчик, я же скажу, кралька, метка. Это метка, краля. Хорош. Метку выносить, ты классно, Войд, метка. И тоже щиточек. Смотрим, подбивайте Алена, свет. И смотрим метеор. Перебежали метеор. Дотайте Алена полностью, обдотайте. Смотрим, лужа. Лужа нормально, Войд, метка. Бейте большого. Терники, отводи, отводи. Отводи один растет. Все, стой, стой. О, босса не бейте, вы свету. Не бейте босса. Ёба, метка. Смотрим, метеор. Не бейте босса. Шебно умер. Хорош. Перебежали. Шебно умер. А, я понял. Перебежали, свет. Ну пусть и гемеопатия опять сдох. Хорош. Сковородки вмерьте, метка хильте танка, пожалуйста. Бейте все большого. Отмает. Где ты там? Выходи. Отмает. Алло. Бейте большого гемеопатия. Подожди, я думаю. Да, поднимай гемеопатию, поднимай. Дима, дай гим на ману, врагу ставь. Да, гим. Смотри, мани бейте на 70. Бейте, тьма, факов. Эти сильных Элеона, перебежали метеор. Взрывайте Гелда, ну просто
по-божески. Вообще сейчас бейте тупо Халиона, забей. Забейте на этот мелкий трэш, на мне метка, лужа в райд. Да, можно зайти гемеопатии, бейте большого. Бейте маленьких. Все хорош. Нет, что, ребят, я больше нахуй так не играю. Можете идти сразу. Диспорт. Я будем добивать Халиона. Стрим. А что вы там? Не бейте. Перебежали. Сделал эту метку, смотрим лужи. Все, играйте только в Халиона. Бейте тупо Халион. Все играем в Халион. Бейте трэш, бейте Халион. Когда ты трэш бил? Это пидор! Я все видел, сучар! Он чешка там. Там версат, сучар. Уёбок. Блин. О, наручи говоришь, что? На танк же заявились, да? Смотрите, Войд дал 3К, хорош, надо заскрин. Я, по-моему, только 20 давал один раз, или 19. Тут утрога не очень, просто можно разогнать. Пидриво, просто в Халиона всего лишь 180 тысяч, ты шо, блядь, ой, лям 800, ты что, уебался? 2 лям 800. Чешку рулим. Какие 2 ляма 800 ты гонишь? Ты назад разуй. Блять, я же сын, я же в сектор оставался. Вы все на оффроли течет? Все на оффроли. Не, Клайман на мейн. Тут я забыл написать, это считается? Если там на оффроли, то я тоже ранен. Не, я говорю, Клайман я заберу за полную... Полный ГП. Ладно, всем спасибо за рейд, удачки, ГП сюда.